Всем приветики. Сегодня ко мне пришли 4 посылки, но рассматривать мы будем их по отдельности. Итак, вот первая посылка. Просто пришла в обычном пакетике, тоненьком, ну как этот. Просто 2 таких пакета было. Один почтовый, а второй вот этот. На нем какой-то, я не знаю, зачем-то QR-код. Написано, сделано в Китае. Какие-то цифры, серийный номер, наверное. Ну а дальше мы просто открываем. Я даже не буду сканировать код, мне интересно, что там. Хотя, может быть, потом просканирую. И, в общем, там лежит такой картридер. Вот так вот он выглядит, такой весь прикольненький. Мне понравилось то, что он очень маленький. Его можно даже повесить вот на ключи какие-нибудь, как брелок, и носить его, с собой. Суть его в том, что у него вставляется флешка. Правда, как-то оно все так вот туго закрывается, открывается. Вот. Надо, наверное, дополнительное освещение, я так думаю. Все, у нас есть дополнительное освещение. Я тут лампу приволок. Вот так вот оно выглядит. Как матовая такая. Поверхность такая вот. Немножко. Как матовая такая. Такие на ней шершавки такие. Поближе можно. MicroSDHS. Сиотем. Что на китайском модель такая-то. Так вот она выглядит. Здесь, правда, царапин много. Я не знаю, видно там, не видно. Как будто оно такое. Вон она царапина большая. Маленькая. Куча там царапин всяких. Вот. Сверху просто. Тоже куча царапин. И просто их не видно из-за света. А без света... Не знаю, сейчас пока что со светом. Потом без света можно глянуть. Здесь такая штука. Как брелок такой вешается. Открывается. Внутри ничего такого, только для этого. И сам USB-шник. Вот он. И вот это вставляется в USB, обычный USB разъем. А флешка, микросидишка, вот она. Тоже HC, то есть быстрая. Вставляется вниз. Таким вот образом. Все, флешка там. И вот мне это очень понравилось. То, что для флешки есть такой разъемчик. Жалко только, что вот эта маленькая флешка, она сюда не влезет. Или влезет. Влезло. То есть можно даже с собой флешку носить. То есть захотел, он взял флешку, достал, поставил телефон. С телефона все скинул, тут же вставил ее в картридер. И вот тебе, пожалуйста, флешка, как будто бы компьютерная, на самом деле это мобильная флешка. Но, блин, выглядит как... Вот если... Ее можно даже не заметить. Вставить с компьютера, подумать, что это компьютерная флешка, на самом деле это мобильная. Правда, она как-то так криво становится. Здесь вот не до конца зашло. Вон оно торчит трохи. Это немножко не очень. То, что оно торчит. Или, может, я так поставил. Не, по-моему, здесь такой картридер кривой. Или я что-то не так делаю. Еще раз попробую. Ну-ка. Поставить как-нибудь. Не, все равно торчит край. Это плохо. Но я думаю, не помешает тому, чтобы вставить компьютер. Все, и флешка там можно с собой носить. Понадобилось, вставил в компьютер. С компьютера на нее что-нибудь скинул. Потом раз ее вставил в телефон. С нее на телефон скинул. С телефона на нее, а потом обратно в компьютер. Ну, удобная такая штука. Ну, вот, а без света царапинки, я думаю, будет видно. Вон их сколько. Огромная куча царапин всяких. Что здесь? Что здесь? Хотя сама флешка. Ну, здесь вон еще видно, краска немножко отзерана. Хотя сама на вид, ну, основная часть выглядит красиво. Вот так вот.
такая вот штука. Вот. И еще один немаловажный момент. Как она работает с компьютером? И работает ли вообще? Сейчас мы это проверим. Вставляем в удлинитель. Вот она стоит, там уже флешечка наша. Вон она. Вставляем в удлинитель. И сразу там появляется надпись, что запоминающее устройство для USB готово к использованию. То есть, я так понимаю, вот это вот картридер, а вот это сама флешка. И оно все нашло, и картридер, и флешку. Тогда мы идем в мой компьютер. Так, сейчас мы это все сделаем. Вот он, наш съемный диск. Да, он только у меня отображает всегда. То есть все работает, вот оно. Нашло. И получается, вот мы, допустим. А, скорость, какой скорость она скидывает? Ну, вот у меня, например, есть файл «Бездна». Там рассказывают про морские глубины и все такое. Копировать. И вставить на флешку. Мы вставляем. Скорость у нас копирования 11 мегабайт в секунду. Блин, по-моему, это норм. 11 мегабайт. Это не 2 мегабайта какие-нибудь. Потому что это будет очень медленно. И когда копирует, она мигает. То есть, сейчас, если выключить свет... Так. Кстати, без света лучше видно. Реально, компьютер и флешка лучше видно. Без света. Все. И вот сколько тут времени прошло? Уже скопировало 480 мегабайт, то есть довольно-таки быстро. Но флешка, понятно, она вообще, я ее с телефона достал, флешка работает. И сам картридер работает. Вот он скинул за небольшой промежуток времени 480 мегабайт на флешку. То есть все нормально, все работает. И вот мы его извлекаем. Нажимаем «Извлечь». Все, флешка погасла. И ее можно достать. И теперь на этой флешке. Уже есть фильм, и его можно либо на другой компьютер перенести, вставить и скопировать, либо достать флешку и посмотреть этот фильм на телефоне, скинуть потом, после того, как посмотришь туда какие-нибудь фотки, вставить сюда обратно и скинуть на комп. И здесь на что? Здесь появились, да, какие-то царапины, которых раньше не было. Значит, он делает какие-то царапины, что ли. Интересно, что там внутри. Плюс вспышка. Посмотрим, что там внутри. Получается, контактики. 4 контактика. Вот они. Для флешки, для компьютерного разъема. 1, 2, 3, 4. И в компьютерном USB тоже там, по-моему, 4 они штуки идут. А с этой стороны... Сложно разглядеть, потому что маленькая слишком разъем. Ну, видно, что там есть контактики. Под эти вот все контакты. Но с обратной стороны, это получается, мы вставляем флешку. Флешку мы вставляем вот так, значит. Что-то сверху царапает. Хотя там не видно, чтобы что-то царапало, но... Тем не менее, вон, даже видно, две полосы просвечиваются. А их раньше не было до этого картридера. Или, может, я их не заметил. Нет, по-моему, они сейчас появились. Но там ничего такого не видно. Не знаю, может, они были. Но когда вставляешь, прямо чувствуется, как оно... Но оно в контакты заходит, я не знаю. Может, оно и было, я не знаю. Но там вроде ничего не видно.
Получается, что здесь еще вот эта часть черная, она железная. Вот это все черное, это железное, а белое внутри, оно пластмассовое. Получается, пластмасса сверху защищена железом, а вот это то, что я говорил, поцарапано, это просто пластмасса сюда так вылезла немножко. Здесь просто единственное, что минус, то, что это сама пластмасса с двух сторон поцарапана, здесь и здесь. И то, что флешка залезает не ровненько, а чутка торчит. И здесь тоже, кстати, железо, а внутри пластмасса. И вот эта штучка, она еще крутится. Вот, такие дела. Как-то так. На этом все. Всем покедова.